А ты кто такой? Уголь можно и без них рубать. И горными работами руководить можешь, и геологию знаешь, и теорию проветривания. Рубака. Пора бы нам уже свою собственную интеллигенцию иметь. А вот выйдем из прорыва, дадим рекорд, выбросим рогожное знамя, переизбирайте меня, отправляйте на учебу. В интеллигенцию лезешь? Да, лезу. Изо всех сил лезу и тебя заставлю. А уголь кто будет рубать? А потому и лезу, чтоб ты себе пуп не надрывал, а машина работала. Вот умница ты моя. Вот и вылечили мы тебя. Вот. Уж больно ты гордая. Гляжу, прицепился ты к этой бесполезной животине. А зачем? Жалеешь, что ли? Так это ж моя лошадь, моя. Ведь все отказались. Ты погоди, милая моя. Ты потерпи, потерпи. Вот разживусь с деньжатами и выкуплю тебя. Обязательно выкуплю. А как же? И поедем мы с тобой в деревню. На чисто полюшко. На зеленую травушку. Где тут ведро стояло? Ну, молодец. Чаечка. Чайка.